Добрый день, дамы и господа! Овощной город снова с вами! На ботве нашего картофеля не появилось ни одной болезни, да и вредителей не видно. Скучно. Хорошо, хоть телеграм-канал «Полевые испытания» помогает скоротать время. Здесь полно контента по разным культурам. Если вам интересно, как проходят наши полевые испытания, и не только, можете подписаться по ссылке в описании. Но я придумал способ, как занять себя. Я заказал альтернарию. Я получил зерно, зараженное альтернарией салания, и равномерно распределил это зерно на все опытные участки. Инокуляция проводилась непосредственно перед дождем, что должно способствовать наилучшему заражению картофеля. А удалось ли нам успешно заразить наш картофель, а главное, каким препаратом мы его защищали, вы узнаете в следующем ролике. Всего вам хорошего и удачи вам на ваших полях!